Свидание – преимущество продуктивности в одиночестве. Независимость – возможность делать то, что хочешь, когда хочешь и как долго хочешь. Некоторые люди очень независимы. Им нравится иметь возможность контролировать то, что они делают каждый день. Им нравится планировать свой день и не полагаться на других. Вам не нужно учитывать желания и потребности других, когда вы планируете их день. Вместо этого они могут делать то, что хотят и когда хотят. Приятно иметь место, чтобы спланировать свой день и заняться тем, чем хочется, будь то учеба, работа, упражнения, еда или другая деятельность. Возможность выбирать, что вы делаете со своим временем, действительно дает некоторую свободу наслаждаться жизнью так, как вы хотите. Отсутствие необходимости полагаться или думать о том, что хотят делать другие, позволяет вам тратить столько времени, сколько вы хотите, делая то, чем хотите заниматься. Если вы хотите работать 12 часов в день дома, вы можете это сделать. Никто не будет просить о внимании или отвлекать вас от работы. Если вы хотите заниматься в парке по 6 часов в день все выходные, вы можете это сделать. Ваше время открыто, и вы можете делать с ним все, что захотите. Эта свобода делать то, что вы хотите и когда хотите, может повысить производительность и привести к тому, что кто-то станет очень независимым в социальной среде. Спонтанность менять планы, не советуясь с другими. Да, возможно, было бы неплохо не советоваться с другими при планировании своего дня. Но могли бы вы представить себе, что планируете свой день с учетом желаний и потребностей других? Затем вам придется изменить свои планы из-за проблемы. Тогда вам придется потратить больше времени на поиск альтернативных планов, которые подойдут всем. Я говорю, это навык. Устранить препятствия и спланировать высокопродуктивный день с учетом потребностей команды сложно. Это требует практики, времени и энергии. Если вы преуспеете здесь, вы станете очень ценным активом для команды. При этом определенно легче быть спонтанным и менять свои планы в зависимости от новых препятствий без необходимости учитывать дополнительные сложности. Приятно иметь возможность спонтанно менять свои планы в зависимости от того, что вы чувствуете. Возможность свободно менять свои планы в зависимости от ваших желаний и потребностей, вместо этого, основаны на желаниях и потребностях группы, это тоже хорошо. Людям также нравится спонтанность в целом. Спонтанная жизнь часто доставляет удовольствие. Спонтанность также может сэкономить время. Планирование требует времени. Чем больше факторов вам придется учитывать, тем больше времени займет планирование. Кроме того, действия часто занимают больше времени. Чем сложнее план, основанный на многих факторах, тем больше времени может потребоваться для реализации нового плана. В общем, способность быть спонтанной – это весело. Не нужно ждать других.
Некоторым парам сложно прийти вовремя. Много времени можно потратить на ожидание, пока другие что-то сделают. Тайм-менеджмент часто является областью напряженности. Я лично говорю, что если у вас есть прическа и макияж, ожидайте, что на подготовку уйдет дополнительное время. Дети также медленнее готовятся. Мой совет для достижения успеха – спланировать время отъезда и заранее сообщить все эти сроки. Таким образом, вы все находитесь на одной странице и можете уйти сразу. Другой взгляд на вещи. В течение рабочего дня часто есть те, кто приходит на собрание раньше, а кто опаздывает на собрание. Когда другие опаздывают, часто время других тратится впустую. Чем больше команда, тем больше времени тратится на ожидание прибытия других. Пребывание в одиночестве дает вам возможность подготовиться, оказаться там, где вам нужно, и не ждать других. Вы не тратите время на ожидание других. В ответ вы можете повысить свою продуктивность. Если, конечно, вы не замечательный человек, который всегда занят, находит себе занятия и никогда не скучает в ожидании других. Контролируйте, сколько времени потребуется, чтобы подготовиться к выходу или поесть. Если вы живете с другими людьми, вам, возможно, придется уйти из дома, хотя обычно вы бы оставались дома, работая удаленно. Вас могут заставить выходить из дома быстрее или медленнее, чем вы хотите, для занятий спортом или официальных мероприятий. Все, что происходит, основана на потребностях других, а не только на ваших потребностях. Если другие едят медленно, вам тоже потребуется больше времени на еду. Возможность выбирать и контролировать время, необходимое для подготовки и посещения мест, может сэкономить вам бесчисленное количество времени. Вы можете выйти за дверь быстрее для спортивных мероприятий или медленнее для официальных мероприятий. Вы можете вообще не выходить из дома из-за удаленной работы. Меньше отвлекающих факторов в течение бесчисленных часов работы или занятий. Возможность выполнять бесчисленные часы работы прервана. Меньшее количество отвлекающих факторов может помочь вам в выполнении задач. Иногда нам всем нужно тихое место для работы. Единственная проблема в том, что он оправдывается, что причина, по которой вы не можете выполнить свою задачу, кроется в ком-то другом. Важно отметить, что в жизни самые успешные люди берут на себя ответственность, берут ситуацию в свои руки, находят тихое место и уделяют дополнительное время, если это того требует. Иногда вещи просто занимают много времени из-за их сложности. Я избегаю обвинять других в своей неспособности что-то сделать. При этом вы можете оставаться сосредоточенным, чтобы выполнять задачи более эффективно, практикуя определенные действия, такие как поиск тихого стола для работы, закрытие двери, выключение звука на телефоне и установка таблички «Не беспокоить». Ваша способность сохранять глубокие мысли может помочь вам в выполнении работы.
Например, делайте дела за меньшее время и сосредоточьтесь. Бесперебойная работа может быть полезна для каждого. Я говорю, будьте более продуктивными, не отвлекаясь на мелочи. Я считаю, что это выбор. Научитесь многозадачности. Стать хорошим и действовать под давлением. Станьте более продуктивным, когда существуют отвлекающие факторы. Больший контроль над вашей средой и производительностью. Пребывание в одиночестве дает вам больше контроля над своим окружением и результатами, которых вы достигаете. Вы можете настроить такие параметры, как температура, освещение, уровень шума и количество отвлекающих факторов, чтобы создать рабочую среду, которая, по вашему мнению, наиболее способствует вашей продуктивности. Это означает, что вам не нужно учитывать, чего хотят и предпочитают другие. Вы можете выбирать настройки и назначать все так, как вы считаете наиболее подходящим для вас. Это возможность настраивать параметры в соответствии с вашими предпочтениями может привести к улучшению результатов. Больше места для творчества. Пребывание в одиночестве может способствовать большей креативности, поскольку дает возможность сосредоточиться на своих мыслях и идеях без влияния других. Это время поможет вам генерировать новые идеи и заниматься творческими делами, такими как фотография, живопись, маркетинг, рисование, письмо и многое другое. Больше времени для размышлений. Жизнь в одиночестве может помочь вам иметь больше места для размышлений о своей работе, социальных взаимодействиях, целях, расписании и прогрессе. Время для размышлений важно в жизни. Это помогает вам повысить производительность и учиться на ошибках. Вы наиболее склонны совершенствоваться, формировать контрольные списки для устранения ошибок и разрабатывать планы для достижения своих целей, когда у вас есть время и пространство для размышлений. Окончательно. Хотя пребывание в одиночестве может быть приятным и полезным, важно сохранять баланс и ценить преимущество наличия системы поддержки. Жизнь в окружении других может быть очень приятной и предлагать преимущества, которые вы не сможете получить, живя в одиночку. Социальные взаимодействия могут помочь вам сохранять мотивацию, получать больше удовольствия от занятий, исследовать новые вещи и получать представление о других перспективах, которые в целом могут помочь вам жить более счастливой и успешной жизнью. Определенно, у любого образа жизни есть свои преимущества и недостатки. Здесь я хочу показать, что всегда есть позитивный взгляд на вещи. Если вы одиноки, знайте, что этот образ жизни может быть потрясающим. Если у вас есть семья или близкий человек, эта жизнь тоже может быть прекрасной. Наслаждайтесь тем, что у вас есть, и создавайте жизнь, о которой мечтаете. Обязательно увидите и максимизируйте преимущества той ситуации, в которой вы находитесь. Повысьте свою продуктивность и счастье посредством осторожных действий. Проживите свою лучшую жизнь сегодня.
Найдите счастье в том, что у вас есть.